У жителей Конаково появится больше возможностей добраться до Москвы по железной дороге на выходных. Начиная с 8 декабря между городами начнут курсировать два дополнительных поезда «Ласточка». Они будут отправляться от Ленинградского вокзала в 9:45, а в обратном направлении в 12:50. По пути из Москвы электричка остановится на станции Крюково, Поварова, 1, Подсолнечная, Клин, Решетникова и Конаковский мох. Обратный поезд минует Конаковский мох без остановки, но остановится в Сходне и Химках. Напомним, что «Ласточка» между Конаково и столицей начала ходить в декабре 2017 года. Теперь же нашим землякам из этого райцентра будет еще более удобно посещать Белокаменную по субботам и воскресеньям.